Всем привет. В общем, я немножко поигрался, значит, в City Skyline на той карте, которую вы видели. Вот, послушал многие ваши советы, за что вам спасибо. И, в общем, нагреб там кучу-кучу проблем на самом деле. Там на той карте все стало печально, что-то вообще как-то, да, сложная игра получилась вот так с лету, чтобы с нахрапа осилить. Поэтому я выбрал, скажем так, я принял решение, что я начну играть на новой карте. Карты я практически все посмотрел. Ну вот мне захотелось поиграть на такой тропической немножко карте. Называется эта карта Лагуна. Вот, видимо, это Лагуна. Что мне здесь понравилось, то что у нас, видите, рельеф уходит вниз. Туда, вот такой похож на китайские такие вот ландшафты на самом деле. Вот. И вот, может быть, там даже можно будет построить хорошую дамбу вот здесь вот. Ну, посмотрим, что будет. Значит, сразу немножко моментов по изменениям в настройках. Значит, я убрал антиалиасинг сначала, потому что мне не нравилось то, что я говорил, что мне как-то размыто все. В общем, я выключил сглаживание, поставил, во-первых, цветокоррекцию тропическое поярче, потому что мне вот тот мрачный цвет не нравился. Кстати, вот умеренное и нет, это одно и то же. Я пытался тестировать, ничего не получилось. Вот, немножко подшаманил Nvidia Inspector, да, ну, он, по-моему, не сильно мне помог. Главное, что вот у меня получилось то, что я убрал антиалайс, да, и, в принципе, качество картинки, как по мне, стало лучше. В всяком случае, мне оно нравится больше. Да, немножко есть лесенка, но на моих 1900 не сильно, в принципе. А, я убрал еще tilt-shift эффект, вот этот, размытие, да, глубины. Ну что, попробуем более интенсивно теперь играть на этой карте. Вот, сейчас мы немножко спланируем, я так понимаю, будем развиваться вот в эту сторону. Здесь у нас особо некуда. Вот, то есть вниз по ландшафту, там у нас деревообрабатывающая промышленность, скорее всего, можно будет сделать здесь что-то такое. Вот, ну в любом случае, давайте построим первую дорогу. Вот такую, чтобы нам дали доступ ко всему остальному. Вот. И сразу посмотрим. Значит, здесь у нас выход в океан. Что-то там странный такой. А, это просто тут. Да, видите, высота у нас такая добряча получается. А, то есть скорость потока здесь хорошая. Здесь вот узкий поток очень хороший. Видите, вот. Вот здесь вот, значит, у нас всякий мусор будет сносить по трубе вниз. Значит, вот это сразу стройка здесь будет, мусор грязный, а это будет вот здесь. Так, мы это разнесем дело, пока у нас такая небольшая карта. А, ландшафт у нас будет где-то вот так собран. Предлагаю сразу строиться возле водички. Так, 60 тысяч, а это сколько забирало? Миллион, ну, в 2 раза больше. Так, хорошо. Значит, если я предлагаю строиться, как обычно, возле водички, то, ага, тут у нас сразу несколько дорог. То, наверное, вот среднее. Что написано? Среднее шоссе. Широкие. Четырехполосное, да. Сейчас мы ее вот так вот возьмем. Но мне картинка реально больше нравится. По своей качеству, хоть нет вот этого дурного размытия, которое я не мог понять, откуда оно берется. Так, ну вот, смотрите, пальмы, все у нас красиво, да, так. Пейзажики хорошие получаются. А, отсюда, по краю карты, я вот думаю, здесь у нас однозначно будет промышленность сельскохозяйственная. Здесь жилой массив. Ну, давайте вот так мы его вдоль попробуем. Эх, чуть-чуть, ну, промахнулся. Ну, давайте сделаем это сюда. Потом мы его сюда вообще выведем, когда будет у нас достаточно. Так, въезд-выезд. Значит, здесь надо проапгрейдить, соответственно. Я знаю. Давайте
Так вот мы положим это дело, и пусть они долго едут, но мы потом эту используем дорогу вот так. Дорожку мы используем. Что у нас с ветром? С ветром. Ой. А, вот, господи. О, ветра здесь отличные. Особенно на стартовой карте. Вокруг лагуны ветра хорошие. Здесь хорошие ветра. И на побережье тоже хорошие ветра. А раз так, значит... Эх ты, не влазит, да? Значит, давайте одну здесь поставим. Одну вот так вот здесь. Вот. Пока у нас они будут в таком режиме. Вот они начали работать. Да, все, началось потребление. Так, где у нас изгиб? Значит, здесь я сразу делаю дорогу. Ага, близко получилось. Промахнулся. Я хотел довести до краешка. Вот. Ага. Не получается. Значит, надо вот так. И вот так. А если я ровно сделаю, что у нас будет? У нас будет баль. Что-то он не привязывает. Вот так. Большой зазор. Поэтому мы сделаем вот так, без изгиба сегодня. И вот. Это пойдет у нас куда? На ту карту. Значит, перешейки между улицами будут вот здесь. И из маленьких дорог, наверное, вот так. Вот таких вот два перекрестка. Это у нас будет, сразу сделаем... А, сразу не получится, парко-пешеходные зоны. Ладно, я забыл, у меня же их еще нету. Так, это зальем. Вот так. Сейчас мы все позаливаем. Здесь будет синенькое. Здесь вот пойдет. Тут тоже будет синенькая. И все, и хватит. Давай, расти. Сейчас промышленность начнет собираться. В желании своем. Как только заселятся первые люди. Ну, по-моему, все хорошо идет. Так вот, селятся. Так, рост идет. Воды нету. Ага, вот эти домики у нас лишены счастья водопровода. Да, давайте сразу доделаем. Так, чтобы не было. Ну, вот теперь они промышленность попросили. А вот промышленность будет где-то здесь. Какая-то здесь грязная такая дорога и местность. Значит, мы сейчас сюда проведем вот так вот. Ух ты! Как у нас земля покоцалась. Так, и промышленность сделаем где-то здесь вот. Раз кусочек, два кусочек, три кусочек. Не знаю, хватит ли ей. Когда здесь у нас по три. Хватит. А, нет, стоп, это там, где по четыре. А вот реально, хватит ли там, где по три? Чтобы она строилась. Маленькая есть, то есть может строиться. Опа, у нас денег нету. Круто. Быстро мы сегодня без денежек остались. А, я знаю. Потому что дороги. Потому что дороги. И кредит нельзя взять еще. Вот черт.
Что-то я плохо в этот раз стартанул. Да, я забыл, что дороги стоят же как космолеты. Их надо будет потом проапгрейдить. А я тут маханул на всю карту. И все деньги потратил. 488 минус. Ой-ой-ой-ой-ой. И налогами управлять нельзя. Только расходами. Полная, полная. А что если я сейчас возьму и сделаю там на 50% воды, на 50% электричества? Как это скажется? Скажется на... Ага, вот. Тут я вижу. С водой вообще ничего не произошло. С электричеством надо иметь на 100%, потому что у нас его не так. Да, 6 на 15. А эти как были, так и остались. Но зато мы в плюс уже пошли. И это радует. Вот. И за 95, 80, 160. Ага, это вернулся бюджет, это нормальное русло, я так понял. Ну что, хорошо, сейчас немножечко, пару неделек подождем. Интересно, воды нет, электричества нет, но не работают, да? Множество, понятно, не работает. То есть, а налоги платят, интересно, или тоже не платят? Steel Rhino. Железный носорог. Colossal. CMI. CIM, точнее. Стекла такие у нас прикольные. А, гляньте, там в стеклах отражаются высотки. В красном здании, обратите внимание, видите? Окей. Ёлки, заброшу. О, есть. Так, налоги, кредиты. Слушайте, мне, по-моему, денег подкинули. Точно. Подкинули денег. Подруга подкинула проблем. Вот так сюда ветрячок. Ну, а водопровод уже так и быть. Пустим один на всех. Это даже не 400, да? То есть это у нас все хорошо. Вот эти вот перестроятся здания или нет? Я вот так и не пойму. Ладно, пока я буду думать. Лучше пусть их перестроят руками. Что тебе не хватает электричества? А, я ж просто снес эти. Так, вот смотрите, у нас уже 790. Больничка есть, мусора. Сгребщик. Как бы там ни было, дорогой, но нам придется тебя поставить здесь. И образование. Образование нужно денежки. Но образованием у нас будет по-любому. Это я уже в прошлый раз прочувствовал. Что без образования плохо. Знаете, какой живописный райончик получился. Ой, на тропических островах. Так, ну этот тропический райончик обойдется сейчас без этих дорог. Уж прости, дорогой. Нет. Еще чуток. Здесь в конце закроем. Так, а этот перекресток будет общий. И этот тоже общий. Такая, ну, будет квадратная схема немножко. А что делать? А что делать? Кому легко? Так. Раз, два, три. В среду, кстати, привезут мне микрофончик новый.
Я так и заказался. Посмотрим, как это улучшит звукозапись. Ну, я думаю, что по тем обзорам, что я видел, улучшит многократно. Но самое главное, это спасет мои уши, потому что я уже устал сидеть в больших наушниках только для того, чтобы в микрофончик говорить. Так, смотрите, у нас с КСП проблемы. Вот, что-то он совсем у меня так буянит, что мне страшно. Сегодня он у меня так запустился, что вот это вот в КСП нижняя лейбочка, вот которая здесь круг, в котором там планетки летают, типа в виде загрузки лоудинга. Короче, она до такой степени заглючила, что когда я выключил КСП, у меня вот здесь прям осталась видная плашка такая, вот, вот такой как контур. И там вот оно так блымкало, я перезагрузил комп, и эта плашка все равно осталась. В общем, я нифига не понимаю, что происходит. Так, хорошо, полиция, это все окей. О, сельское хозяйство, отлично. Вот мы сейчас тебя и будем специализировать. Сельскому хозяйству. Ух ты! А что здесь синее? Руда! Это круто! Руду я еще не могу. Руду туду. О, так классно! Здесь промышленность построю. Потом просто ее превращу в рудодобывающую. А здесь поставим сейчас какую-нибудь. Тут у нас нефть. Руда вокруг озера. Слушайте, ресурсов. Грести не перегрести. Так, коммерция нужна, да? Коммерция. Ряд получите. Получите. Вот, в общем, КСП что-то меня пугает. Я попробую еще на Маке. Вот, но то, что я выяснил, все это идет из-за того, что мы запускаем в OpenGL режиме. То есть OpenGL режим, видимо, в движке Unity ненормальный, да и в принципе OpenGL режим в последнее время что-то не сильно пользуется большой популярностью. И как результат, вот эти все баги. Так что будем посмотреть. Так, ну и ту самую больничку сюда сразу. Все, мы поставили. Пожарку на другую сторону поставим. И все. Так, с пожаркой хорошо, образование начало расти, соответственно, начнут расти качественно домики у нас, что не может не радовать. Так, электричество мало, да? Ну, блин, да, я все понимаю, все понимаю. Вода будет уже 100. А электричество надо добавлять сколько? 6000. Еще чуть-чуть. Еще 2 недельки, ребята, поперебивайтесь. Веерное отключение электричества. Так, свалочка здесь тоже хорошо смотрится, как и должно. Кстати, нашего района практически не видно. Видите, какой рельеф неравномерный. Так, хорошо. 5400, еще чуть-чуть, и я смогу поставить ветреношечку. Есть такое дело. Вот так. Я просто максимально компактно их стараюсь поставить. Ух ты, даже промоделили вход в нее. Прикольно. Так, смотрите, спрос у нас равномерный. Кому воды не хватило? Я чуть-чуть... Так, развиваться мы будем, наверное, вот сюда. Вот так. Вот, смотрите, сразу начали домики второго уровня становиться, видите? Я не знаю... Что оно нам дает, вот это вот второй уровень. Смотрите, как вода хорошо течет. Ну, можно дамбу будет построить где-нибудь там выше по течению. Потом. Так. Индустрия.
маленькая. Я хочу такую. Вот сюда, кстати, выезд будет. Давайте. Давайте мы сейчас тут сделаем небольшую такую. Такую небольшую штуку. Так, а отсюда пускай это будет сюда. Сюда. И сюда вот такого паучка опустим сейчас. Так, зонирование сделаем. Вот такое. Вот так. Здесь сельское хозяйство. Бичсквер, кстати. О. Началось. Полицаин, солдатен. Хайц политики. Установка датчиков дыма. Давайте. Экономия электроэнергии, экономия воды. Насколько это ударит по нашему бюджету? 300, 160, минус 8, минус 100. Ого. Ого. Ничего себе. Не, ребята. Я так не осилю. Вернешься на родину? Хотя бы в плюс 1000. Так, ладно, пока он там думает, надо здесь строить. Там есть ресурсы. Ну, давайте вот это будет здесь. Фермерские хозяйства. Бич сквер. Ну, пускай будет бич сквер. Водопровод. Вот и проводная труба. Пока так. Проверяем. А, лепестричество. Лепестричество. И полицирен. 12 000. У меня плюс 65 всего лишь. Да, слушайте, датчики дыма. Это серьезная штука. Средняя цена земли 4. Датчики дыма. Не, пока я не осилю такое. К сожалению. По 5 за здание. По 5 за здание. Тут по 5 за здание. Очень дорого. Очень. Так, здесь фермочки начали расти. И еще спрос есть. Значит, мы пойдем дальше. Мы пойдем дальше. Угу. Так он правильно подсказал. Я не послушал. И на перекресток, да? А вот так. Пусть будет большой перекресток. Так, опять тут. Фабрики, фабрики. Ой, фабрики, фермы. О чем это я так думаю, интересно? Что за фабрики заговорил? Так, хорошо. Ну, тут убер-солдаты пришли, всех пограбили. Такое маленькое гетто получилось. Сюда еще легализацию наркотиков, и все, и можно отсюда подставить на въезде здесь. Вот там, на въезде шлагбаум, и здесь шлагбаум, и все. Приехали, потушили, молодцы. Так, там у нас тоже преступность, там у нас даже что-то сгорело. Я и забыл. Что-то как-то SimCity у меня лучше выходило, чем City Skyline. Что-то они здесь нашаманили, чего я не понимаю.
Блин, какой рельеф классный. На горочку поднимаешься, из горки весь преступный гетто-район виден. Так, хорошо. Работников тебе не хватает, да? Ну, сейчас я полицейских поставлю, а потом будем думать уже над дорогами и над расширениями. Хотя, почему бы и нет, я могу, например, здесь взять и поставить тебе жилую зону. Это чисто твоя жилая зона будет, чисто фермерская. Наш попадает? Попадает. Ну вот как-то так. Здесь живут, здесь работают, все как положено. Закрытый социум. Деньги, деньги, дребеденьги. Давайте быстрее. Жарко, вот полиция. Ну вот, еще и следующий уровень. Быстро они в этот раз у меня идут, смотрите. За одну серию сразу три уровня подскочили мы. Я могу покупать? Могу. А куда лучше? Наверное, сюда. Или сюда. Ладно, потом подумаем, когда деньги будут. О, у нас деньги дали, дали, дали. Вот что хорошо, со свежим уровнем сразу дают денежку. Так приятно. Мелочь, а приятно. Так, ну что, наркоманы на городе? Разбегались вы или нет? Еще одну надо. Дуделку, ветроделку. Ну, давайте поглядим. Ну, исчезают, по-моему. Да, тун-тун-тун-тун-тун. Низкая преступность, 24, 22, то есть уровень уменьшается. Домики, вот видите, начали сразу расти. Качественно, как преступность ушла, так начали домики расти, люди заселяются. Вот, смотрите, видите. То есть я так понял, что чем больше уровень, тем больше семей, и, соответственно, это жителей. Так, хорошо. Что мне там надо было? Здесь опять сгорело что-то у нас. Пожарники, пожарники. Вот так, пускай будет. Так, и нам надо дальше. Фермы и жилье, и коммерция. Коммерция. Коммерция, коммерция, коммерция. Так, вот так. А здесь будет зеленушка. Зеленушка тут и сплошная зеленка тут. Проверяем, вода есть. Вода есть, электричество есть, все хорошо. Все, вот это наша новая первая серия на новой карте. Все, дальше будем играть. Не забывайте подписываться, комментировать, хаять или хвалить, кому как, то, что больше чувствует. Вот, до следующих встреч. С вами был Game Dragon.